Если коротко подвести итоги прошедшей недели, на что хотелось обратить внимание, выполнили очень большой объем физической нагрузки. Ребята молодцы, стараются, терпят. Было видно, что тяжеловато, но по объему мы не сократили и остались в этом объеме. То есть ребята полностью выполнили работу, которую мы запланировали на этом недельном микроцикле. Сыграли мы первую товарищескую игру. Результат, можно сказать, отрицательный. Довольны ли вы результатом и довольны ли вы игрой команды? Ну, в первую очередь надо отталкиваться от игры. Результат сейчас не на первом месте, наверное, результат. Именно содержание игры. Содержание игры, могу сказать, что моментами мы выглядели очень неплохо, что планировали, ребят просили моментами. Были моменты, где допускали ошибки, и ошибки такие не касаются больше ни командных, наверное, действий, больше, наверное, индивидуальных. С чем может быть связано, я считаю, что несмотря на то, что мы к этой игре специально не подводили команду, фон усталости был небольшой, из-за этого, наверное, были какие-то ошибки. У кого-то были травмы, у кого-то были болезни. То есть, наверное, на это хотелось. Нам не повезло, наверное, с этим, что многие ребята выпали по травмам и болезням. У нас есть планомерный план, к которому мы готовимся. Это запланированная игра, это не игра чемпионата, это игра, опять же, на фоне усталости будет, скорее всего, потому что, ребята, во второй неделе мы начнем. Опять есть определенные нагрузки, которые мы должны выполнить. И чисто подводить к игре никто не будет, футболистов. Будем смотреть на фоне усталости, как будут футболисты выполнять те действия, которые мы хотим увидеть от них. То, что мы тренировали на протяжении уже там, месяца, и эти моменты, которые мы прошли, чтобы они у них получались в игре. Действительно, долго я не играл, но ощущения нормальные, хорошие. Тренировался, готовился. Вроде в игре ничего не беспокоило. Да, нормально, работаем. Единственное, может, какой-то осадочек после игры остался, потому что мы не выиграли. Работаем в двухразовом режиме. Нагрузки приличные, так что особо времени нет свободного. Отдых и подготовка к тренировке. Ну, конечно, да. Заказал цветочки. Позвонил, поздравил, так что еще раз с праздником. Да, пользуясь случаем, можешь передать привет и поздравить не только любимую, можешь всех поздравить с этим замечательным праздником. Ну, свою любимую, да, я поздравляю с праздником. А остальных, наверное, я не знаю, девушек тоже, наверное, у кого есть любимые, с этим замечательным праздником. А мальчик? Мальчиков нет.